как приехал в столицу нашей родины, в Москву, мы попадаем, значит, на небе месяц светит, попадаем в аэропорт Домодедово. И мы сегодня вам расскажем, как можно по бюджетному варианту попасть в другую страну за небольшие деньги и сколько времени там можно прожить. Итак, добро пожаловать в путешествие. Так, мы берем бесплатную багажную тележку. Выбираем ее. О. Ставим сумку и направляемся на вход. Так, мы в аэропорту Домодедово. Вот, круглосуточно. Можно покушать. Чай, кофе. Ой. Проголодался, позавтракал и полетел. И можно выбор себе сделать в любом киоске. Магнолис.